Молодец. Я тоже насытился. Мне предостаточно. Ой. Дай мне это бревно. А какое и куда? Большое. Вот пропихиваю тебе. Отлично. Я то, что сломал, я вернул назад. Отлично. Так, сек. У меня есть еще два бревна, куда тебе? Сюда кидай меня сначала. Не знаю. Больше никак. Теперь большое бревно надо посередине ставить. А чё, бревен больше нет? Откуда их берешь, бревно-то? Уже нет, уже я не могу. Я смотри, я вот тут вот эти маленькие ставил, перемычки, тогда я здесь полностью освободил. Ну, в принципе, я могу еще тебе дать бревнышко. Я сейчас заебал. Давай кидай. Не получилось. Я могу еще пойти напилить много. Давай, давай. Я буду очень рад. Получилось наконец-таки. А мне нужно, знаешь, еще не то чтобы коротенький. Он даже не коротенький. А какие мне нужны-то? Бля, пипец. Как я люблю падать их. А, мне нужно сюда, да. А, не сюда не надо. Пока сюда не надо. Прямо полетели. Убирай. Да, ловлю. Да ё-моё. Там некоторые даже на второй этаж, по-моему, летят. Да.
Так, я теперь думаю, что делать-то. Думай, говори потом, что надо, я сделаю. Надо мне пенечки замутить. Продолжим наш этот лесоповал, да? Лесоповал, да. Продолжим. Ну, естественно. Вирджиния такая подходит. Да, Вирджиния, она веселая. А я думаю, в чем прикол? Поставить эту идиотскую перемычку. Не получилось. Кобылка бегает. Бегает. Кобылка. Кобылка, Вирджиния. Кобык. Че ты меня бьешь? Я не бью, я хотел поставить. Видишь, я одну поставил. Мне нужно ее разрубить. На пенечки. О, а у меня есть офигенная идея. Я ее сейчас хочу использовать. Так, быстро взял. Взял. Пошел. Ай, мина. Ой, это если это сейчас получится, это бомба.
Ну, братан, смотри. На что? Ниху! Че, не получил урон? Нет. У нас гости. Да, я слышу какие-то монстры, походу. А это ногожопая. Ногожопая? А чё такое? Ты очкуешь-то? Иди сюда, тут хлопушка есть. Она убежала. Ногожопая, это кто? А ноги, когда мы сторон. Вот оно чё. Блин, темень становится. Зачем ты мне поставил? Не, ну хотя ладно. Все правильно сделал. Блин, еще нужно один пенечек всего лишь. Всего лишь один пенечек. А, ты... Че у тебя там началось? Бойня просто. Просто бойня началась. А, нет. Неправильно. Вот теперь ну, правильно. Спустись, шкурку снимем, братан. Давай. Сейчас. Где иду? Где? Тут? Ну и? Готов. Раз, два, три. Все, теперь получилось. Застрял в двери. Они пофиксили, братан. Че? А, че, в натуре, да? В натуре, да. А, вот. А у меня исчезает. Короче, ну, это быть, чтобы нам, чтобы нам этот как его одновременно, это прям мы должны вообще прям синхронно нажать, понял? И то, может быть, да. И вылетит. Пофиксили собаки. Тогда надо тебе, короче, ну ты понял, что делать, да? Да. Блин, что за темень ужасная. О, как раз нужны бревна. Зачем, конечно, тут кровать? Я не знаю. А у меня нету палок больше. А у меня палок больше нету. Слушай, а я сейчас одену очки ночного видения. И мне пофигу. Я буду строить дальше. Конечно, неудобно чуть-чуть, но не суть. Что такое, отключилось что? Да тут так, да. Легкое отключение было. Электроэнергия. Блин, мне не видно ее. Это да, фонарик.
Пипец, блин, можно еще. Можно еще и этот. Как его? О, я еще одну не поставил, слышь. Печаль, беда. Понял, да? Угу. Нужен еще один пенечек. Оказывается. Это хотел уже использовать. А я вот сюда его использую. Оп. И все. А, нет. Вот это нормально. То, чтобы ой, забыл кое-что. А получается, смотри, не обязательно. А, обязательно. Вот смотри, если я посередине хочу потом все убирать. А хер там получится, да? Чтобы поставить камнями, понял? Ну как ты сделал, понял? Надо промеж них ставить, вот как ты поставил вот здесь вот. Посмотри. Я не знаю, братан. Как вот, вот эту надо обязательно ставить? На который я прыгаю. Чтобы потом поставить между ними камнями. Не обязательно. А, надо, надо, надо. Надо, да? Ну, ставь. Ну, смотри сам, чтобы убрать... вот тут в середине потом центральные. Вот эти... Центральные. Да, да, может быть. Да, 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 надо ее ставить. Все. Я понял, сейчас... Сейчас все будет. Даже во тьме ночной при свете дня... Мы будем ставить бревна. Прибором ночного видения. А можешь убрать палку? Я не могу поставить бревна. Вот. Не могу все равно почему-то. Почему не могу? Бревно короткое. Нет. Бревно нормально, смотри. Вот, видишь, я его поставил. Убери, короче, вот этот. Эти палки вообще. Не-не-не, оно ставится, братан. Да, да у меня не появляется, что ты не можешь понять. Я могу только... Вот, убрал. Вот. Ну? Нет, не убрал, не до конца. Еще убери. Бля. Бля, все равно могу только ломать. Вот, сейчас могу поставить. Вот теперь есть, видишь? Теперь ставь обратно, раз ты так хочешь. Так, верхушка дома. Почти уже достроили. Блин, а я так хотел чердак, ему, слышь, как замутить чердак как-нибудь? Никак, блин. Может быть, получится все-таки, слышь? Похоже, никак. Не-не-не, хочу чердак. На веревочке. Я что-нибудь придумаю что-нибудь. Я подумаю, я об этом долго буду думать. И в итоге... Ничего не придумаю. Бля, у меня сушняк. Думай, да? Знаешь, как говорится, думай, башка, шапка куплю. А, нифига себе. Первый раз такое слышу от вас. Нигде такое не написано в интернете. Да ешкин кот. А знаешь, что прикол? Мне-то, по сути, они... не нужны эти. Неправильно поставил. Вот так надо.
Она ровная становится. Она становится ровная, когда вот так. А ты что хочешь сказать, у нас бревна кончились? Почти. Нет. Ну, почти, надо чуть-чуть вниз спускаться там. А, они там валяются, да? А, так, слушай, у меня тут косяк, надо вытащить один. Он двойной, еб. А зачем мне двойной, еб? Там есть бревно, можно сказать, лишнее, понял? Надо его вытащить будет. Но я сейчас вытащу его. Проблем нету. Да, блин. Да, ты не ставь, да, я сам подставлю. Теперь я... Зря ты поставил. И ты неправильно поставил. А, не, правильно. Ты ставишь, но ночь уже, я не вижу ни хера. Да, блин. Ты поставил зря я его вообще... там. Потому что надо снять... Да. Если че, бревна, я намучу чуть-чуть еще. Ночь темно, утром. Начинается. Я вообще сплю. Ты не можешь спать. Потому что я не сплю. Бля, я голодный ужасно. И спать хочу уже. Дай докину то, что осталось. Ой, докидывай. Да бля. У меня что, батареек что ли нет? Не знаю. У меня нет батарейки. Нет, ты всю малину портишь, а ты че? Я же все равно... Я? Да, ты. Вот засранец, блин. Я тебе сейчас взорву весь дом. В нужном месте просто. Пару кирпичиков уберу, блин. А у тебя не получится. У тебя получится только разобрать, в том-то и дело. Ну, я пару кирпичиков беру. И он как охнет, как охнет. Че ты держишь в руках этот фонарик, если он не горит нифига, еб. Ну ты где там? Я пытаюсь поставить. Опа. Опа. Так, тут не получилось чуть-чуть. Да собака вообще. Придется на крышу лезть. Представь себе. Да, да я понял, что ты спишь. Мне осталось два бревна поставить, которые тут есть. Но я не могу, потому что... Я ни черта не вижу. Получилось. И еще мне упасть получилось. Ладно, мы ставим вот здесь вот и все, и спать ложимся. Все, идем спать. О, будем втроем спать. Сейчас нам кто-то спать будет мешать, смотри. Я же тебе сказал. Кто дверь не закрыл ее? Я? Или ты ее? Вирджинь, это, конечно, хорошо, что ты присел ее. Слышь, к нам уже он домой заходит. Еб.
Я мазлю. Где он? Ты его вынес? Да я еще только бегу. В смысле? Это... А, это мне помогала Вирджиния, а не ты даже. Ну, ну все. Пошли спать. Пошли спать. И давай этот. Дверь что ли закроем, я не знаю. Она заходит. Выключи, нафиг, нафиг нужен. Кто-то там еще есть. Блин, ё-моё. Ну и кто, где? Я не вижу. А ты? Я вижу, что вижу, да, не вижу. Сумка. Вот еще один. Я сумку подобрал. Да ради бога, пошли. Короче, я понял, что... Что сон не помог... Ой, не сон. Давай спать. Блин. Давай. Спать. Пробуем. Правильно? Валя. Продолжай. Я тебе также в ответ скажу. Извини, молодой человек. Я из-за вас даже этого не успел. Я тут, допиваю эти, что-то я поспал плохо, типа если голодный спишь, дай сварю что-нибудь нормальное, сварганя, понял, да? Тут демоны появились. Блин, их тут дофига есть. И демоны. У меня что, патроны кончились? Прикинь, у меня на револьвере патроны кончились. Так. О, всех все вынесли. Давай с этого. Давай попробуем. Раз, два, три. Успел? А, успели. Значит, ты просто накосячил. Тогда.
Давай сюда. Какого? Кого? Ну, вот да. Этого? Ну давай вот это давай. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Так, вот этого давай. Раз. Раз. Два. Два. Три. Вот с этого. Ну давай с этого. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Получается. И вот с этого. Подожди. Где с этого? А, вот, вот пятый, вот. Да. Ай. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Не забудь пойти туда. Так, надо выкинуть это. Бросить. Бросить. Пока. Пока, блин, этот. Что там такое? Что с ней такое? Она упала. В смысле, она упала? Вон сумка валяется. Сумку подобрал. Я поднял. А, ты умный типа, да? Опа, начинается. Куда она улетела, эта бальзами? Бля, она что, исчезла, что ли? Бля. Просто так выращивал, просто. Это называется этот... Подстава, подстав. Отвечаю. Что ты там расстроился? Чего? То, что травишка у меня улетела и все. Я просто так ее выращивал, понял? Вот, вот так вот. Они придумали. Про это они не забыли. Вот еще сумка. Сумка нужна? Подниму. Потом подниму. Вот здесь вот она. У меня тут. А что ты сделал пожрать? Ничего? Пока ничего, я собрал рыбу, повесил сушиться. О, спасибо, мне нужна рыба. Да начинается, у меня палок нету. А келем палок, сука. Не нашел. Куда ты увез? Я не могу сварганить себе пожрать ничего. Потому что у меня палок нету тупо. Все, ты закинул?
Зачем два костра их? Не знаю. Так, чем можно сварить-то пожрать? У меня нету яиц, нету алоэ. У тебя есть рыба. Но мне рыбы не хватает, мне нужно 3 куска рыбы, а не 2. У тебя 3. Тогда мне нужно 5 кусков мяса. Или одна устрица. Или два, или еще 2 устрицы и 2 яйца. Понимаешь? У тебя есть только мясо? Ты знаешь, что больше 3 мяс нельзя с собой носить, они придумали, да? Так они придумали? Ну, получается. Ну, получается так. В итоге я себе замучу сейчас мясо обычного. А почему я как будто не спал? Ты мне можешь сказать? Сколько у тебя силы? 27. 27? Так, извиняюсь. Кушать не будем? Слушай, я все скушаю-то. Ты не против? Я наберу водичку и вскипячу тебе водичку. Или ты уже покушал всякой фигни? Ау, ты просвещаешься? Что-то мне много сил не дают. Энергетос. Мы в просвещении. Книга просвещенный. У тебя там после хаоса что ли началось? Все готово. Что, это тут уже все? Ты просветился? Да ты стоял. Стоишь на этом, где семена надо посыпать. И это в небо смотришь. Что и семена? Че, опять? Не, будем тогда алоэ. Зима скоро. Надо алоэ тогда расти. Почему можно так, кинуть... Так, что тебе? Опять бревна, да? Этот... Да я сохранку сделаю. Мне немного их надо, по сути, как я понял. Не могу быть уверен, точно. Фига ты умный, я смотрю. Тут я тогда никогда не смогу ноги ставить. Не знаю, конечно, доволен или нет. Не понял, а как ты среднюю ногу ты держишь? Ты неправильно сделал. Да ладно, фиг с тобой. Правильно, неправильно. Бегай. Спортом занимайся. Понять, где поставить. Вот я бревно одно нашел. Слушай, знаешь, что прикол? А я тоже построил. Бревна к тебе летят. Я понял. Я имею в виду, я построил как бы почти. Ну, делай там, делай, сейчас приду, посмотрю, что уже. Да чё смотреть-то? Давай, всё. Чё смотреть-то? О! Оформляй-ка. У меня архитектор по 500 сделан, понял?
О, все забрал. Давай. Делай. Да чё, давай. Чё тебе давать-то? Ну давай, строй давай, блин. Умничай. Я-то строю. Просто тут возникла одна дилемма. Как подняться наверх? А почему нельзя вот там поставить? Вот тебе и братан. Я что-то не пойму. Тут могу углом поставить, а тут не могу, блин. Бля, такой мороз. Кровавленный такой. Он всегда такой. О, начинается. Я тут сделал какой-то прикол. Слышь, тут баг произошел. Ладно, понятно. Тут значит, все-таки можно так делать. Смотри, смотри. Так можно? Почему так можно делать? А теперь их теперь нельзя убрать. Как это можно, ё-моё? Как они держатся? Это нелогично. Оставь. Ты чё мне ставить? Мне надо сначала этот... Как мне наискось поставить его? Нет, ты чё, смотри, осталось тут сколько бревен? Раз. Два. Мне нужно. Чё мне осталось, нужно поставить. Забираем, короче, отсюда вот эту. А, не, вру, зачем? Забирать отсюда. Это можно ставить. Надо же сверху ставить, наверное. Почему по одной кладет? Вот отсюда вот эти можно забрать. Они же не нужны здесь. А поскольку их можно собирать? По 4. Я вас понял. По 5. Ну или по 5, я не знаю. Что-то тут неровно получилось, слышь? Это нормально то, что неровно получилось? Нет, нормально, нормально. Вот сейчас нормально. Что-то не пойму. Мне не надо так. Слышь, он почему-то не кладет. Пипец. Кладешь типа оттуда. Я думаю, пол пока не надо весь, потому что как потом этот. Блин, вот я и упал. А мне нельзя падать.
Слышь. А. Куда он упал, Стеллив? Ладно, по сути, пофигу, то, что он туда его поставил. Наверное. А как ты уже бревно оттуда забрал? Слушай, тихо, тихо. Подожди, а вот эту застраивать? Боковину. Я не знаю, ты о чем? Боковину застраивать. Я тебе бревна еще напилю, ты не ссы. Вопрос в том, как я буду верхушку застраивать. Мы уже оттуда слезли, еб. Какую верхушку? Верхушку сбоку, ты видишь, вот это прощельно. Будет просто крыша, а по бокам будет прорезь. Что за говно будет? Это будет некрасиво. Я тебе закидаю сюда бревна и тебя сюда закидаю, не ссы. Как и без этого, без пола, ты меня как-то не закидаешь. Это будет бессмысленно. Прям закидаю. Ну, хорошо, без разницы. Мне только этот... Чем мне этот? Нужно мне пол взять. Так. Так, здесь мы вроде разобрали. До хера бревен. Думаешь? Уверен. Да не очень. Крышу нак... Братан, мы сейчас с тобой тут крышу накроем. Потом надо же еще боковушки как-то закрывать. Ну, я и про те про боковушки говорю, они открыты ему, некрасиво, блин. Так, это голяк получается. Это получается ни о чем. Да хрена. Нет, это получается говно. Мое из нее заражение. В смысле? Как это можно так делать? А вот это можно делать. Только зачем мне это делать? Я сам не знаю. Слушай, давай. Короче. Потихонечку. Одну, короче, я... Блин, а чё одну? Ну, одну оставим, короче, знаешь чё? Я проложу себе потом. И будем боковину бревнами закидывать. Или камнями. А, камнями лучше. У тебя броня не полная. Кто там такой? Какой-то олень? Это не олень, это твоя девочка так прыгает. А возможно, слушай, крест тут поставить наверху, есть вариант? Ты же как-то делал, да? Светящийся крест. Да она застряла. Ну, скажи мне, как поставить, дай поставлю сам. Я сначала попробую. Да блин, в смысле попробуешь? Тогда удалишь заделку. Где она там? Вот он крест стоит. Вот такой вот. Да? Вот он ставится.
справиться, но потом туда надо будет еще лампочки, проводка. Это потом, это дело десятое. А только такой можно крест поставить? Обычно нельзя, да? Нет. А, так, я его поставил неправильный. Лампочками в ту сторону. Да не то, что лампочками, я его криво поставил. Надо ставить его не криво, бля. Так, самому не упасть, главное. Так, не понял. А теперь ровность до предела. До предела вот ровность вот такая вот будет. Не. Ну все, ты видишь ее, да? Да. Кошка у тебя сама сходит. Так, а где? А любые бревна можно или большие нужны? Половинки там, по-моему. Я пенек нашел. А пенек не подойдет? Mm-mm. О, вниз падаю. Блин. Да бы лестница была бы неплохо. Но лестница не получится. Нужны целые бревна, да? Да. Целое одно только. Мне кусок этот нужен. Я как раз его поставил. Че ты бревна накидаешь? Я уже архитектор в 500 бревен. Вот, мне осталось еще 500. И все. И вопрос чё надо? Решен. Че надо? Бревна нужны. Опять я пили бревна. Ну, мне сейчас говорю, пофигу, я как архитектор выполнил на 1000 бревен, мне еще 500 надо. Можешь строить сам, мне вообще пофигу на самом деле. Веришь, нет? Ты мне веришь или нет? Веришь? Не верю. Ну, Фома, ты не веришь. А у меня как раз только две. Я вроде нажал выбрать. Это фокус какой-то, что ли? Еще бы это. Не просто фокус, это фокус. Кто здесь как Сайга прыгает? Это она тут прыгает? Угу. Нет, это не она, это какой-то упырь. Ну че, будем шкуру брать? Да бери! А он тут не один, я походу. Тут... Слышь, прикинь, а у меня пули от револьвера закончились, оказывается. Как это? Тебе не нужны, да? Ну ладно. Как угодно. Мне нужно. Я помню, батареек нет у меня. Это прикольно вообще. Иди. А
Пули на револьвер как выглядит? Это серые? Я не помню, ну... Я их тебе дам, надюпаем потом. Давай. Конечно, такая составляющая непонятная. Вот было и нету. Вот так. Понятно. Я вас понял. Конечно. Просто пипец. Ты чё, блина забрал после? Угу. Темнеет. Да, я вижу.